только кинутся споры, все забегут под босса, под жопу босса, включая хантов. Как только скажу, отдадите сейвы, отдаст хау масса сакру, масса тераур на тьму и апокал. Потом наберете ренджу. И уже сбегаться не нужно будет. Готовность. Вначале наберите ренджу. Чего не хватает? Пущало. Отдайте, пожалуйста. Что? Интеллект. Спасибо. Припоты на первой секунде пьем. Геру дадим по 100. Или оставим на гнилого. Лучше сбежались все. Все, кто со спорками, зайдите прямо в жопу босса. И стойте. Готовили массейвы отдавать. И Void Gim нажмешь на хп. Отдайте массейвы. Могу хиляйте. Все, разбежались. А, давай Гер, может, мы по сопротам бьем. Поэтому давай Гер. Все, больше никому не нужно никуда сбегаться, просто бейте босс. Всех должно быть по 3 стака. У кого нет 3 стаков, уже можете написать, а тут сдохните. Либо прожаться нужно будет. У тебя один? Я завис. Блин, а закинь поездку, если есть. Фол, забирай. Я залагал, а не все разлагал. Пора будет едкая гниль, свои сейвы нажмите. Алина, нажмешь гимн на хп. Да. Не лежь, дай БР по... Так уже отдали. Я... Где сразу? Носить сейчас тоже ничего не нужно. Маша, дай по топ-хайпу. Или бафы. Давай не лежь сюда в инлита. Давай, Ан. Дайте им еще одну геру. На миликов. А, спора, ничего себе. Лешь, дай Инер по скибиди. Так, вся уже отдал. Андрей Танч. Опять завис. Чё это? Будем... Видимо, не ты один виснешь. Походу, по ДПС много. Опять завис. Завис. Опять в хазе. Блин, у него кровь с рольчиком нужна.
Ну так, по фану. Только ты пролил кровь. Против никому не нужно. Ну, помогу забирать. Пока он... Ты на боссе, Андрей, на трэш. Что, вы не убили Вадим Залжина, да? Нет. Чего не хватало? Там что-то дохли на ветерках вот этих. Постоянно. Они идут нормально, и потом нас врезаются, и мы дохнем все. Ишьте рыбу. У Покал там же не было сколько, да? Ты его вжал. Не было. Готовность на пол. Все под жопой просто стоят, бьют босса здесь. Если будет кастовать из того Е-абилку, он будет под выход, нужно будет выдождить. Мейсон, Маша. Нашел. Сань, 200 за босса не считается? Да. Я, короче, заменен отчислю, которые со мной были. Да, да, отчислю. Пиздец. Следите за огром. Я тупо завис опять. На пулы по КД старайтесь давать. О, развисает. Малый срезник, извините. Андрюха завис, все. Андрюха завис, походу. Подведите к Андрею куфологу. FDK есть. А что, я не на мне? Не, я просто имел в виду, что если он завис, чтоб ты забрал на себя большого и выбежал. Андрюха отвис. Отвис, вроде как. Большого не забирайте у него. Так, один на чмыге, чмыга что сбежится. Будет. Пока еще второго не повесило вроде. Так, один на тебе. Второй на FDK будет, сейчас закончится это, я поменяю. Сбежит. Блин, а если есть ПСК, можешь закинуть. Сбегайся, чмыга с FDK. Короче, я не хочу пока путать, а я хотел просто спросить, а что 1800, а не 2400? 2400 они отчисляют. Но... Забери, не забирайте большого. Сука. 4 стака, будет взрыв. К стенкам, если что, убегаете. Вон между слизью и воротами. Так, не лез Иннер по он, кусяло по наеме. По скибиди. Он Маша закинул. Отличные новости, народ! Большой. О. Это типа сейчас взрыв будет, нет? Нет.
Я приготовлюсь. Может и будет. Убежали все. Все. Убежали. Блядь. Стенки там, где нет лицу жижи. Не спешите, возвращайтесь на место. Саш, поменяй меня на Малик, пожалуйста, мне надо по работе позвонить. Сейчас выебут. Сейчас сделаю. Я здесь сижу, останусь в инсте. Если что понадоблюсь, просто это... Я без звука буду сидеть. Персонаж, тогда, я без звука буду сидеть. Это... Все. Ну, босса спрашивает, что там? Что там? Ты ж в луте можешь увидеть, когда он лутает. Я не вижу. В том-то и дело. У меня тут в прошлый раз вы говорили, выпал осколок, меня не показывал. Нет, ты лут не увидишь, а когда он получает осколок, ты увидишь. А, ну это да. Так, ребят, я по-быстрому, 5-7 минут, я подключу полностью в звук Дискорде, сейчас позвоню и вернусь обратно. Хорошо, Жень, просто офф не персонаж. Блядь, почему тут такой у тебя сидит копыта, я тебя заебал? Так у нас еще ДК есть, Редар ДК? Зато у тебя татуировок нет, у меня есть. Смотри. Иди они, блядь. Под плащом. На спине. А, бля, видно, не пье. Понял, да? Да. Еще и камень запиздовал на хвост. Мне кажется, у меня забагались текстуры с этими, с озаренными дренеями, понял, короче? Это их, типа, прикольчики, наверное. Ладно. Тебя гроном не повесь, смотри, ну зачем? Так, а пока ты давай в этого, в куклу, ты в кукле, в принципе, знаешь, что делать. Андрей поводит, он тоже делает. Ставьте шкаф, с умонем не Майлика. Так, кто не знает, что здесь делать, сразу скажите. Что, плавки пьем? Думаем. Пока нет. Хотя тут налича. Ладно, давайте, да, обмен за фласками. Void, FDK, там, по-моему, хай. ДДшная. ДДшная. Ну, возьми заново пить. Void и Скибиди ушел. Тогда Void и определенно будет. Лучше Void пока туда. Я пока расставлю метки. Короче, вкратце, РДшники почти всегда будут бегать вместе. Когда не нужно будет вместе, я скажу. Далее. Будут появляться два следника в трусах и в кресту. По очереди. Вначале в трусах. В трусах РДшники сразу свитчаются и стоят в одном месте. Когда я сказал, тогда разбежали. Или когда сказал, тогда перебежали. Вот. В трусах. Мы будем в основном бегать между квадратом и луной. Иногда будет печенька. И... крест. Так, вот, появился здесь слизнюк. Милики, вы должны бить всегда слизнюка в лицо и по направлению к РДшникам. Если РДшники в печеньке, по направлению к печеньке. И по направлению к квадратику, по направлению к квадратику бьют.
бьете. Кто не может бить, просто бегайте вот так. Но когда он вырезается, поворачивайтесь лицом к слизняку. Далее. Вторая фаза. Вот она самая опасная для нас. На ней мы будем РДшники, будут на нас закидываться лужи и будут закидываться пельмени. Мы будем бегать между квадратиком, печенькой и луной. Чуть-чуть подальше. У Кати свет пропал. Блять. Пиздец. Марсес здесь? Пока тут движуха на минуту полторы отбил. Так. Что, Сань, зайти? Я думаю, мне не надо, наверное, когда тебя принимать. Завтра пойдешь. Сейчас подумаем, что сделать. Хорошо, Андрей. Марусич, надо, у него два персонажа. Можно его. А мы что, без вакансии не убьем или что? Я могу до вара зайти. У два персонажа у этого. Марусич тут? Вадим. Марусич. Раз, раз. О, все. Сколько обнова, Марсес? 30 метров. А сейчас зайдет Марсес. Так, ладно, тогда сейчас есть время как раз объяснить, кто не шарит. РДшники, начинаем бой мы в квадратике, бьем босса. Потом, когда я сказал, быстро у нас будет залетать такая колба, сразу среагируйте, перебегайте в печень. Сейчас я немножко переставлю. Блять. Есть помощник, Андрюха, у тебя? Поставь сюда печеньку, пожалуйста. Что? Куда? Поставь сюда, вон, где спрыгаю я. Ромбик. Ну, ромбик, вот, будет ромбик. Ага, да, не вопрос. Перебежали в ромбик. Бьем, продолжаем босса. Потом выходит зеленый такой, мы остаемся в ромбике. Если я сказал разбежаться, разбежались. Зеленый выбирает какую-то цель. Он выбрал эту цель, на него вешается череп. Опять же, если я сказал, разбежались, разбежались. Если нет, то остаемся в ромбике все вместе и делим урон. Он будет идти на эту цель. И играем по зеленому. Мобы всегда в приоритете, свичаемся в них. Вот. Потом начинается вторая фаза. На второй фазе будем бегать в основном между квадратиком и луной и играть по боссу. Появляется красный. Красный выбирает какую-то цель. Эта цель бежит ближе к профу, бегает вот так вот вокруг профа, крутится. Красным. Но не забегает никогда вот в эту зону, вот сюда. И не отбегайте от профа, а именно бегите к нему. Но смотрите аккуратно. РДшники бегают в это время пачкой. Потом опять появляется зеленый. Опять же, если я сказал сбежаться, сбежались. Если сказал набрать рунжу, набрали рунжу. Выбралась какая-то цель. Мы к этой цели тоже будем сбегаться. Либо продадим ее там тоже по ситуации. Поставим шкаф. И так будет циклично. Красный-зеленый. Вот. Ставлю рыбу, ребаф, и будем начинать. Я сейчас еще на себя квадратик поставлю. Все милики всегда бьют в ромбике. Вот я на человека ромбик поставил. В ромбике стоите, бьете. Андрей, ты на боссе, если что.
Чего не хватает на набор? СС отдаст викиндовку, а Будрейвен отдаст Борменталю. Первый отдаст диван викиндов, второй будет Борменталь. По кому отдаю? Скажет, по кому. Mm-hmm. Что будет готов отдать диван. Да, главное запомнить, что ты первый отдаешь. Каску обновить просят, еще раз готовность. Войт Спирит. Припоты на первой секунде. На пул из медведей, дайте ему поставить чуть-чуть. Молодец бы тут тесте. Чуть не сдох. А, ты на КРНЖ стоял. Ладно. Скоро полетят кобры, дэшники, готовьтесь в ромбик перебегать. Перебежали быстрее. Сразу все, стопайте, когда сказал перебежать. Сразу бежите. Сейчас появится зеленый, отойдите чуть дальше к ромбику, РДшники. Свечаемся в зеленого. Дальше держите рейндж, держите рейндж. Ждите, пока выберется цель. Все к черепу подбежали. Только не через лужу. Меня не прохилил никто. Меня не в ужас. Маск, дашь БР. Играйте по профу. Давай, давай, Маша. По профу играйте. Ребафните меня. Сейчас появился красный. Сразу же свичаемся все в красного. Он выбирает какую-то цель. Заряд плюнул. А, и заряд. Есть, есть, висит. Играли РДшники по... Все в квадрате встали, играем по красному. Полинот побежал. Перебежали все в ромбик, быстрее, летят пельмени, РДшники. Не вежь, дай, дашь БР по хау. И инерму сразу. В ромбике стоим. Перебежали квадратик миликов. Блять, куда нахуй? В две лужи перетело, перебежали в квадратик. Я квадратик сказал. Да, дебил. Я выберу ромбик. А, нет. Сейчас он врезается, сразу убегайте. Там пельмени нас хотят. Ладно, уходите. Он подвигался, Андрюха. Так, все, я здесь. Пока не Обама диспел, Обама диспел, Обама диспел. Сейчас. Беру. 5 секунд. И всем пофигу. Здесь пальчик поможет. Здесь нет. Там не положу. Андрей, если не бегать маком на зеленке, будут пельмени не пойми куда лететь. Это первое. Сейчас было бы все нормально, просто я немножко закрыл сам. Может, я не хочу, короче, это типа дискредитировать или там еще что-то. Просто на зеленом не бегай пачкой. Пельмени должны видеть сами, а не ты за них должен там смотреть. Пельмени отображаются ДБМом, а с ними рядом падают, кричит ДБМ тебе. Это не твоя проблема, Саш, пельмени. Это лишняя проблема. Будет отбиваться очень долго. Кто? Это да. Понял, а встать есть у кого? Или бежим? Кто сейчас будет долго убиваться? Босс. Почему он должен долго убиваться? Потому что будут ловить люди пельмени. Я не хочу просто тебя, короче, расстраивать, потому что ты пиздец там горишь, и уже видно сразу, слышно. Но я скажу, не надо, вот и все, пачкой бегать на зеленом, как минимум, хотя бы на зеленом не бегай пачкой. Это вопрос
ЕП минус будем давать после второго уже трая? Или с первого начнем? Сейчас сразу разбирать, кто там ловил, почему вайп сейчас произошел. Сейчас смотри. Нет, дай просто минус 500 и полетели. Минус ЕП сейчас надо давать точечно людям, которые поодиночные. Сейчас упали пачкой, это из-за того, что туда все прилетело. Ну, Сань, ты тоже, конечно, ты, ну, сказал в квадрат, но оно ж видно, что оно в квадрат летит, но это надо. Да я знаю, быть. Я хотел ромб хотел сказать. Нет, я сказал. Разница? Ну, даже если ты, ну, я, если честно, тебя вообще не слушал. Ну, если я вижу, туда летит, ну, надо дураком быть, чтобы туда побежать. Вы не против, если я за пельмени дам минус? Пельмени не так словили, Войт. Пельмени все словили не, не. В конце. Ну, там некоторые ловили, вот Хаул, там кто-то еще с хилов. Да, вот точечно, я согласен, что там поумирали точечно, типа. Это надо, а то, чтобы полностью все словили, упали там, типа, дай мне минус просто 500, и дай хау, а уже дал, все. А это... Я еще раз попрошу, перестань их водить, пускай сами бегают, типа, касаемо пельменей. Это, ну, детский сад, честно. Причем здесь детский сад? Ты не убьешь потом нигде дальше, ни в Хэме, нигде, если будет вот этот детский сад. Всегда вместе бегается. Просто кто? Сейчас выбрались мельники, я просто затупил. Ну блин, затупил, не сказал. Разбегаться. Ну, хочу добавить, даже в Хэме люди, вот есть у тебя условно разделенные две пачки. Условно разделенные две пачки, они все равно... Они всегда вместе бегают. Нет. Да, мы же в прошлый раз тоже бегали, когда убивали профа. Все разы. Когда в Хэйме убивали. Подставь. Этот. Живется кто-нибудь, пожалуйста. Там будут пельмени просто лететь куда угодно, и пельмень там сразу убивает. Да там и ДПС меньше теряется, когда Рензрозина стоят. Отбегают 2-3 человека от пельменей и все. Ловят пельмени, минус, и все. И начинают учиться не ловить пельмени. Никто никогда не ловит. В любом случае будут ловиться пельмени. Вот так, ладно. Поставь чердец, пожалуйста. Он стоит. Где? Не вижу. На толпе. Не ставьте просто в толпу тоже, пожалуйста. Когда я ставил, не было толпы. Ай, куребас. Ребята, обновление на 10 мегабайт, обновляюсь. Давай, Ма. Давай. Депа? Не хватает там обои. Дайте каску, кто кидает каски, пожалуйста. Чего так долго? Что это у нас делается? О, прилетели. Квадратик сразу стали. Скоро будет лужа. Перебежали. Две в мире залетело. Нет у нас. Играли по зеленому. Дальше не сбегаетесь. Не плюнули. Ждете, пока выберется цель. Я знаю. А знаешь, почему я не плюнул? Блять, летят лужи в нас.
Раги не было. А, ну там либо пулемет ловить, либо умирать. Либо вот так вот бить спину. Я могу встать, вставать? Ой. Раз не упал. Давай, уже встал. Просили себя, просили себя. Флешка и филится нахуй. По-красному играйте, стойте в квадратике. Топ хай побежал, плюнь в него, потом. Перебежали в ромбик. Меча две в квадрат. Квадрат убедите. Вернитесь в квадрат пока что. Скоро будет пельмень. Перебежим в ромбик. Перебежали в ромбик. Летит лужа. Сейчас еще пельмени полетят. Чуть левее ромбика отбегите. Хорошо. Разбегитесь немножко. Сейчас пельмени полетят. Черепу подбежали. Нет, что они? Сейчас в квадратик станьте все. РДДшники. Милики бейте, босс. Красный появится, РДДшники сразу в красного перебежали в ромбик, РДДшники. Вернулись в квадрат. По красному играем. Там летят лужи в красный. Смотри в квадрат, убегите с квадрата. Свичнулись все по красному. Пельмени полетели. Смотрите, одна в миле или рядом. Одна в квадрате. Разбегитесь, РДДшники, чуть-чуть раньше держите. Разбежались, разбежались. Сейчас назад отбегите, РДДшники. Продаем этого челика. Отбегите от него, отбегите от него. БР по нему. Летят в наеме пельмени, тоже разбегите. Ну вот, не вместе. Почему милики убежали от него? Хер просышь. Добейте зеленого. Так. Войд, закастуешь гимн на ману. Красный появился, играем по красному. Лужа полетела и пельмени. Можете в трусы, там точно никого не будет. Маша, дай БР по хаю. Могу тоже дать БР, кому, да, где он только живет? Отдай Марсезу, 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 да. Сейчас колбы скину, так. И свободный БР у кого там есть, у Сяо, давай по последнему человеку. Пельмени летят в квадратик. И в Уну, наверное, один. По хэпалу, который уже получил. Значит, не лечь, да. Отбежали к дереву. Все. Скоро будут пельмени. Сбежались. Надо успеть добить. На хп даю. Масри. Поблетят пельмени там, где мы стояли. Отбегите. Квадратик. Нелешка, если есть БР, отдай по Фоксу. Лужа в зызы в нас летит. Нет, не в нас. В ромбик. По красному играйте. Убегай. Хорошо. Скоро пельмени полетят. Пельмени летят в квадрат, отбежали ромбик либо луна. 2% надо переводить. Играйте по боссу. 7 секунд. 2 секунды.
Успеет, наверное. Одна. Нет, нормально, все, отлично. Закастуй ЧСС. Можно касточку? Да, ребахните, Геру сразу апокал забирай босса, и все РДшники на себя квадратик поставил, сейчас все в квадратике бегайте за мной. Амобой по викиндоху закинь. Геру. Не, останьте, ребят, чтобы в уже в одно место летело, либо... Все, отбежали, РДшники. Чуть левее. Куда ты там учишь раньше в то время? Я хуй его знаю. Перебежали, пельмени летят, быстрее, левее немножко. Но не становимся на пути. Пока скажешь, когда 4 стака будет, викиндов отдашь. Первым два. РДшники, чуть-чуть назад отойдите, чтобы на меликов не стоять. Тоже бежали левее, и туда, и этот, и лужа, и подмелите. Что, дают? Эрик. Ну, надо менять, наверное, что-то. Давай, Барменталь. Прохильте его. И следующий по уфологу отдашь что-то. Отбежали РДшники. Назад чуть-чуть. Диван. Но на пути у меня. Диван, Барменталь по пологу. У нас уже летит РДшники назад. Колбы сейчас будут. Не запирайтесь, выводите дальше сюда. Пельмени, отбегите, не умрите. Пошли на меча. Отколок же не упал, да? Нет. За это 30-0 осколков получается. Ну, в прошлом много, сегодня 0. Математик. Жень, скибиди, заходи. Да, сколько будете в хейме фармить? Жень, тут слышно было? Жень, скиби. Вот здесь. Санка, я отлетаю, потом минус 200 себе дам. В смысле минус 200? Ну, я дал замене, которая была в рейде со мной, по 2400. Напоминаю всем, блядь, присутствующим. Кто не сидит в фулл замену, получает половину процента. Типа, то есть половину замены. Все. А, ок, потом снимем. Да, Саш, я здесь сижу, Саш. Проходи тогда. А я просто приговорил, ты не слышал, видимо. А Вадим, я прыгай звук, в... Говорю с телефона, говорю, звук убавил. Да. Вадим, прыгай в ретрика, Женя в хила. Я к тому, что надо, чтобы все привыкли уже к этой хуйне, типа, и все. Типа, не можешь сидеть в пул? Получаешь половину, все. Сидишь в пул, получаешь пул. Мейсон прям много. 4 колбы словил. 32 000 это 4 колбы ты словил. Ну, я колбу словил, это на третьей фазе, кто ее взорвал, блять, и дебаг. Ну это вообще, знаешь, мне вот такой вопрос, ты думаешь, это что-то меняет?
Ну, типа, на последней фазе, на предпоследней фазе. Просто говорю то, что ее взорвали, и дебаф-то там, блядь, не на одного вешается. Все, кто рядом был. Я сбил сбоку вообще. Дебаф, если ты заходишь в лужу. Называется урон плит. Ай, сука, удалил я, короче, блядь. Ладно, хуй с ним. Кал, заходи. Ничего тут. Я хотел на этот РТ поставить, а он все, блядь, не скачалось. А вон линкует же мобоя. Да не, да он линкует, все окей, типа. Просто не фул, там у него список есть. Не влазит сообщение в чат. Лид, знаешь, что тут делать? Остальные просто все знают точно. Ну? Пока у вас он. Каждый, блядь, ну, типа, каждый раз покажете. Ну. Нет, он перезашел, его выкинул. Ну, а может покажешь, блядь. Пока. Так. Босс, кого-то ждем, блядь. Ну, это не прикольно вообще, типа. Не у всех есть столько времени сидеть тут, понимаете? Вы запомните это или нет, когда-нибудь? Он лагает. Уже говорил, в купе сидел, поверился. Да это не чисто к апокалу относится, я в общем говорю. Ну, так-то да. Фласки не резиновые. Опять я короче, вина. Смотрите, мы дойти, ну, типа, должны до такого момента, как, чтобы мы вышку закрывали за 3 часа, типа, максимум. Ну его вообще в них нет, его выкинуло, видимо. Может у него что случилось, я пока просто сижу тут и возмущаюсь. Это не относится вообще, типа, каждый для себя это понял. Идете в РТ, типа, ну, пришли в РТ, окей, пошли, короче, перед РТ, бля. Туалеты, хуеты, чай, литр все сделали, все. Куда не отходите, просто на 100 пулями ебашим. У меня же кружка есть пол-литровая. Не, ну просто, ну это бред, я вот не хочу кому-то там доебываться, вот я иду на стоп, мне просто надо было срочно отойти, я предупредил, я понимал, что, короче, без меня там могут убить. Но я на стоп пришел весь трэш танчил, типа вот сегодня, короче. А теперь, блядь, там получается, хоп, там по 3 человека перед каждым трэшем, перед каждым боссом. Это ж время. А все, все тут погнали. Шума. Все, ставлю его. Уже, блин, кушать хочется. Подожди, его поставили кушать. Так это самое обидное, что уже кушать хочется. Пока вам втыкните. Че, ребят, упало? Колба-то не упала? Нет. Нет. Беда. А пока... Блять, он вылетел опять. Прыгай в танк, FDK. Быстрее. Будешь босс танчит. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные крики. Ты видишь, я буду сказать? Может, в Акате, блядь? В Акате танк хороший, а я дырка. В Акате вот, нет, у него свет выключили. Да уже 5 секунд, уже 5 секунд. Кости. Ты поты нажали. Да, это, холипал, ты на дисплее, да, сидишь? Не, давай по дисплею тут другой. Пошарит, войд по дисплею. Войд хилит? Давай тогда я по дисплею пусть. Да. Войд шипэш. Чему, если что, выносим в квадрат, когда скажет вам? Скоро будет чума, повесить какой-то баф. Кусяло выбежал. Давай, Жень. Блин, закинь ПС. Берегитесь. Кусяло инер по Полинору.
не ешь по кибиди. Маша по себе. Маша выбежала. И забежала обратно. Андрей, под жатву нужно будет прожиматься этому второй. Я правильно знаю, я танчил вас. А, окей, ключ. Я его дашь там чего, дать покой до конца. Или Андрюк? Ну, ты будешь. Андрюшка, возьми сейчас одного маленького, Андрюшка. На Йоми выбежала, Алина. Алина, быстрее. Дисков. Хорошо. Обратно. Забежал. Женя их станет, походя. В 70% все убегаете на край, сразу же влево бежите. Побежали быстрее. Ханты играете по сферкам. Перед лицом у мобов не стоит, не стоит никто. Вот такие будут сферки идти, играйте по мобам. Женя, задиспелишь потом Андрея. А, ребят, не могу диспелить станы, там паладины, шмаги эти. Пристри диспелить из танков, сало. Да. Все, что после первой фазы, можно будет диспелить. Вот сейчас, когда он вернется в рейд, все можно будет диспелить. Диспелите все. Все, что видите. Так, Андрей, залей иннер по скибиди. Хау, иди восстанавливай ману на духа. Под лицо к духам не заходишь. Так, на второй фазе будут появляться валькирии, запомните, всегда бьете под лицом, ой, под спиной босса. И выносите осквернение. Забежали внутрь. Под лицо не идите к духу. Сколько раз одно и то же делаете. Под спину все кличу. Быстрее. Прохил все. Полинор Оону. Дали Геру, играем по валькам. Все РДшники и милики разбежались на край вот этой каемки. Осквернение выносите с рейда. Эльмрид выбежал из рейда. Выноси, убегай из этой лужи. Все, молодец. Вот эту лужу нужно будет выносить к краю. Туда никуда не летят вальки. И если она вешается на другого человека, убегаешь в противоположную сторону человека. Либо внутрь убегаешь. Все под спину кличу, Эльмрид. Всегда за спиной бьешь. РДшники разбежались, милики тоже разбежались. Мобой выбежал. Играем по валькам. Дальнюю вальку, которая там летит, не сбиваем. Два хила вальки. Там спину кличу. РДшники, уже разбегитесь по каемке. Милики тоже разбегитесь. После заражения будет сразу. Мелик выбежал. Все остальные под спину кучу, быстрее. Так, Кусяо иннер по скибиди, по Полинору не лежь. Маша по себе, как будет. По валькам сыграли. Сыграйте по трусам и замедляйте трусы. РДшники разбежались. Милики тоже разбегите. Мобой опять выбежим. Кто летит в трусах, сразу же назад убегай. Хорошо. Под спину ключу. РДшники разбежались вправо-лево. Милики тоже убежали. Подвалик не несете в лужу. Мобой снова. Ром, хил. В рамбе хил. Вначале валик.
Андрей, потом ведешь к какому, там где локи, к тому краю ведешь. Классно. Будет еще одно осквернение. Выносим его. Разбегитесь чуть-чуть. Потом переводим луча. После вынесите осквернение. Чмыга выбежал. Все остальные подбежали туда к локу. К краю. Все. Забежали на край быстрее. Массейвы отдали Хау и FDK. Забежали на этот лед. Но то же самое, по сферкам играем, по мобам. Теперь те, кто не был, может быть, не знаете, кто. Крест сейчас умрет. Ханты сейчас умрете, отбегите назад немного. За духа. Не стойте под лицом у духа. Так вот. Кого-то может забрать в комнату. В этой комнате нужно убить духа и сбить каст. Каждый может персонаж сбивать касты. Обязательно нужно будет сбить этот каст у духа, если вас забрало в комнату. Лёха, не заходи под лицо к духу. Дарям сфер. По сферкам, хантишки. Да их духу. Нормально, нормально, вроде справляетесь. Вначале убиваем духа, кто переагрил, блядь. Готовьтесь, дай БР по чмыге, Маша. Аккуратно, сфера. Не сгид. Сферы и дух. Под лицо не идете. Все, доиграли по духу. Чмыга, чмыга. БР по чмыге. Фокси прокил. Фокси прокильте. Фокси нужно будет сбить каст. Если не знаешь, напиши быстрее, чтобы тебе подсказали. Знает, 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 знает. Все, остались за спину. Скоро будет осквернение. Право-лево немножко разбежались. И выносите. Наёми, не бегите на череп. Встанет кто-нибудь, Андрюха, лови дух, хилсты. А чё двое сдохло? Он появился под духами. А чё ты ведёшь? Почему ты ведёшь сейчас? Край, от края. Давай пусть Андрей лучше ведёт. Ты будешь ловить духов. А, иди ловить будешь духов. Все стали под спину. Полинор, убеги, убеги, убеги. Вы уже не бегите. Я могу поймать. Поднимай, поднимай. Не, не могу. Его. Могу. Все под спину зайдите. К боссу. И в дикее прохиливайте. Жатва душ, приготовились прохиливать. Нажми айсбаунд. Право-лево разбежались. Немножко. Влево тоже кто-нибудь. Осквернение вынесли. Сейчас после вот этой какого-то каста осквернение определенно. Все, перебежали на другую сторону. И войд зажмешь этот гимн, когда добежит. Все под спину. Лечу. Так, Иннар по наеме нужен. Свободный. Кусяво по наеме, по скибиди и Маша. Вы разбежались право-лево. И не лежь по Оону, залей. Приготовились вынести лужу. Бета-тестер вынес. Разбежались лужи, убежали, убежали. Хорошо. И под спину ключу. Никогда я не славлю сейчас. Так, жатва душ, хау нажми массакру. Или барменталь тоже. Так, мистер Бонда прохил. Зубы можно в него закинуть. Право-лево разбежались. Последнее осквернение будет, и он умирает. Я славлю духов. Не лежь. Не лежь. Все, перебежали за спину к лечу, в лужи не бегите. Все. Подведите ближе. Санька, я до сих пор тут, так что можешь не минусовать. Все. Подумал, что 50% так это маловато. Решил вернуться. Не, просто отмена была, скажем так.
Я, короче, типа, это не относится чисто к Ване. Там, то бишь, те люди, с которыми были с Ваней тоже в рейде, они должны тоже это понимать. Вообще, это должны, блядь, все за основу взять. Ну, там только Жанк ушел раньше. Напиши, что и что РТ закончили. Как все заходили. Да, не то, что сраться, просто надо брать. Я Саше уже предложил, еще раз скажу. Берем только топчиков, ну, первый рейд, и идем на нон-стоп, и все. Ой, бля, зачем я задолбал струху? Может, заплетал язык. Последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Мальчик, если хочешь, завтра тоже пойдем, можешь при сам приходить. Короче, все, кто ниже 9К, там, короче, не знаю, вообще, брать или не брать. А там где когда-то? Да, ебал, да. Что? Боже, какая же хуета. Хороший лут. Хорошая одноручная хуета. Вот вы не угадали, нормальная херня. Первый раз вижу тут файл. Арбалет, хуйня. О, колок упал, блять. Кто его забрать может? Я. Я все могу брать. Мне шо дедали. Пошли шмот забирать. Ставь, бля, в натуре. Дин этот. Я вовремя зашел. О, пришли в ГМ по бэчку кто-то со мной. А, не, у меня тянет, тебя нет. Ну, его не было, его даже в рекаунте нет, так что. Похуй. А покал, я вместо тебя затанчил, понял? С Андрюхой. Да дайте любому следующему милику, кто будет играть, не знаю, примерно. Нельзя, если квест. Пока квест не выполнился. Нельзя. Эх, жалко, на циркле было можно. В свое время. Я спрошу иначе. Кому-то палка СПДшная на мейн-спек надо? Да, конечно. Сейчас, я логнусь. Не знаю, попробую. Ну, не заберу так и хуй на него. Ноль осколков зависит. Ну, там Кусяо с говном бегает. 260. Еще раз опакал. Да сейчас я рвалась просто. Сундук ебнутый, багнутый. А, не, я забыл тебе сколько. Мне это уже использую. Не могу сундук открыть. Ладно, пойдем сдохнем, прилетим. Шея, не пышем шею. Антишки там отнимите. В Акате 10 раз, 10, 2, 10, 3. Будет путь матч. Так, а есть вот эти ребята в рейде? Наоми, Дексиона, Тщеславия? Ну, их нет, мне кажется, уже давно. Дексиона в 10 сидит. Наоми вроде как тоже в 10 сидит. Да. Я тоже, да, я тоже в 10 сижу. А мне тоже? А мне надо зайти в Вов? Или не надо? Да. А вот, Саша позвал, они типа сказали, если он знает по никнейму, их помнит, то бишь там условно Наоми, Декс и так далее. Он им так начислил. А все остальные, кого там, ну, должны зайти, блядь, плюснуть в рейд и вам сразу добавят. Дальше. Пояс. Танковский. О, 10. Блять, я здесь буду... в Акате первый поставил, ну так срой. Сейчас, я сотку сдаю. Я сотку уже дал. Даю две сотки. Раз, два, ты танчишь хорошо. Три. Дальше шея танковская. Даю чирик. Десятка, окей. Раз, два, три, кинешь подмен. За двумя шмотками. Пока у 210 есть. Меч.
Дичи, кто-нибудь напишите, что это закончено. А где ты вообще? Пожалуйста. А что ему бой ты кидаешь? Мне? А, 10 раз, 10, 2, 10, 3. Понял. Вижу. Так-ка, пока у нас. Да. Шлем кожаный, кому-то надо это говно. Раз, два, три, никому не надо. Там ханту снимите вдох. А, еще раз шлем кину. Че ханту? Лид, который минус 200, минус 450. Токен Полинор 10 первый поставил. 10 раз, 10, 2, 10. И ты на мейн роль? Нет, я... Или я? Он 100 поставил уже, кто-то Саня. Блять, почему здесь это? Да ну какой тут здесь нет мейна уже на, этот, на эти все токены, блин. Есть, есть. Дай обмен инлит за 10. Инлит 10, 10, да? Да ну отнимите, у него нет ничего. Есть у него. Там минус 450, там у него 2000 еще лит примерно стоит. Еще один токен. Ну, либо они, короче, минус сколько получается? 450 и 250. Ну, отнимите. Так, 10 на Йоми тоже на ОФ уже, да? Блядь, сколько, блин, ты уже столько этих токенов набрал. Что мы делаем? Я месяц не играл, она их ролила. И сейчас она их забирает. Сколько у тебя их там, блин, ё-моё. Всё, Сань, ты ей подал, да? Можно уебать. Да. Когда заломан, когда не приходить? Короче, раз, два, три, кидай обмен на Лиму. Я не знаю, зачем они тебе вообще не нужны. Заломан может быть сегодня еще будет. Ты время видел? Видел. Блядь, токена я съебался. У меня сейчас меньше времени будет играть. Кусяло десятка раз. 10, 2, 10, 3. Кидай мне. Ваня, ты же уже все начислил, да? Вашим. Кто с тобой был? Алинор 10. Оф. Дай обмен, Хант. Тебе мейн. Ну он не будет же его одевать, Сань. Ну как, ну, как и не хочет. Если не будет, он в Т10 ходит, посмотри. А, ну ладно. Сначала доебался такой, ну ладно. Я не понимаю, что с этими токенами делаете. Солите их или что, блядь, у вас по 100 штук. Да у меня Полинра. Только у меня на хила 3 штуки, мне один еще надо. А, так ты сказал бы, что на мейн, ё-моё. А ну это, ну какой мейн, мейн-то такое, считай. Чему гибы дали, он стреляет из него, а у тебя он просто статы дает. Мы уже так делали, поэтому будем все робить. 1100, чмыга. У него есть ЕП, пускай его купает, вот и все. Отдавай, пускай носит, блядь. Да, обмен. Антуша, это главная пуха, типа, идет? Или как? Типа, или вару идет главнее? Не могу понять, арбалет или... Крит есть, РПБ есть, все, какие вопросы? Нет, да, обмен мой. Нет, просто... Еще вару так какой-то хант у нас тут был недавно, я не помню, кто говорил, то, что он там ролил какую пуху, блядь, в руки, то есть не лук. Хотя там коту можно было отдать. Он говорит, давай, это раз, два, Мейсон, три, кидай обмен квадратику.
Это не Шмыгал был. Был вокаль, этот, Враска. Не было это Чмыга, я тебе еще раз говорю. Сейчас Враска забрал эту пушку и ревнул. Или Наска. Сяо 500. Убеди 2К. 3К Кусяо. Раз. Подписывайте К возле циферки, пожалуйста. Значит, никто на тебя не гонит, Чмыга. Все нормально. 6К. Убеди. Раз. 6К. 2. Песика, ты с Враской. 3. Поднимите скибит. Да, Бенджин. Все, это весь лут. Я тебе еще раз говорю, Враска забрал пушку, блин. Который ливнул. Твою пушку забрал, ты с ним не пошел. Я ебешил только, блядь, это древковое. Не одноручку, и что. Это было, наверное, месяц назад. Портал. Ой, портал. Не такой портал. Вот пока типа подбежишь, я тебе отдам твой фрейм. Все, шмот кончился, да? Да. Ага. Заходите все. Осколок остался лежать. Обидно. Единственный упал. За вечеринку. Ну, короче, больше раз никто не заходит, то значит, никому больше ничего не надо. За хаосом. А теперь кто?